А сегодня мы готовим суп из моховичков. Все приготовлено, порезано. Моховички помытые, порезанные. Картошечка, лук. И водичка уже кипит. Спустим грибочки. Закипят хорошо, минут 5, потом добавим картошку и лучок и все остальное, приправы типа чеснока и соли. У нас все кипит, бурлит. Супчик варится, надо бросить картошечку. И лучок. И помешать. Пусть варится. Так, картошечка у нас почти сварилась. Надо добавить приправы. Добавляем в такие курицы. Там все есть. И перчик, и корица, и укроп. Все. Чуть-чуть. Основной вкус грибы сами дадут. И будем варить еще минут 5. И будет все готово. Еще раз помешаем напоследок, чтобы ничто не там на дне донышку не прилипло. Никакой грибочек, то пригорит. Вот такой получился супчик из моховичков. Моховички — это вкусные грибы. А суп вообще обалденный.